Всем привет, друзья! С вами я, Конор 2001, и это 67-й выпуск моего города в Майнкрафте. И сегодняшнее обновление у нас то, что я увеличу население до 22 798 человек, естественно. Таким же образом мы обогнали некоторые города, которые имеют население 20 тысяч, может даже и меньше. И вот первое достижение, которое мы обогнали существующий город в России, это Усть-Катав. В Усть-Катаве там 22 742 человека проживает, в Якоморске 22 798 человек. Ну, пока что обогнали, поскольку в октябре 2020 года это будет всероссийская перепись населения, и количество населения может измениться. Возможно, к октябрю я, возможно, подтянусь, естественно, увеличу город, население. Сегодня что обновляется, то, что я вот добавил новые жилые дома. Вот такой вот вариант. Вот эти вот такие вот желтые ленты, жилые дома. Вот так вот. Там проживает там 50 квартир, 5 подъездов. Ну и там 100 человек проживает. Так, что-то тихо стало. Так что надо настроить, наверное, звук. А, тут вот здесь надо. Так, все поправил. Готово. Вот здесь у нас, вот это у нас мусоропровод такой. О, семки, наверное, подобрал. А, вот они, семки и мак. Так, вот такой вот подъезд. Здесь у нас по две квартиры, так что мы тоже давайте посетим. Вот такой вот подъезд, в смысле коридор такой 4 на 3. Такая стандартная версия ванны. Туалет такой вот. Так, такая большая комната, такая вот большая. Здесь у нас стулья, стол, две кровати и балкон. Вот отсюда мы можем наблюдать. Отсюда мы видим вот этот мутант, то есть этот жилой дом, который вмещает почти 1000 человек. И свечку. Ну и соседнюю. Так, я извинился. Так, идем дальше, у нас кухня. Так, тоже у нас стулья и стул. И кухня, и две печки. Холодильника нету. Ну, зато вот с этой стороны мы можем наблюдать, вот мы видим вот этот дом живой, который 216 человек помещает. И пожарную часть, больше ничего. Пока что ничего. Так, летим дальше, у нас еще жилые дома ждут. Кстати, вот эти дома, кстати, квартиры одинаковые, естественно, дома тоже одинаковые такие. Так что показывать снова нет смысла. Ой, извините, друзья, в общем, я просто собирался чихнуть, но ничего получилось. Дальше у нас такой 20-квартирный жилой дом такой вот получился. Необыкновенной формы, естественно. Ну, получилось как единичка. Вот так вот. Если отсюда вот так вот смотреть, даже по карте видно. Вот так вот. Так, идем дальше. У нас такие вот, такой вот подъезд. Вот, внутри желтый, а снаружи зеленый. Вот такой. Дальше у нас такой вот коридор, такой вот большой.
Здесь у нас идет квартира, здесь у нас такая гостиная, здесь у нас стол, стул, стол, стулья, кровать, печь, книжечки и диванчик. Ну и полочки. Освещение, естественно. Лол, друзья, я просто... И еще одна такая же комната. Тоже, наверное, там дети. И похоже, друзья, я не... Так, это туалет. Ванна. Еще одна комната. Кухня. Так, это уже проход. Мы смотрели. Короче, трехкомнатные квартиры получились, тем более. Я, друзья, увы, не просчитался, наверное. Может, наверное, надо исправить там. Да и тут... Так, ладно. Давайте осмотримся. Для случая такого. Так, тут 4, здесь еще... Еще 3, 7. И дальше... И дальше все это я делал, умножая на 2. То есть, с этой стороны... То есть вместе 14 и дальше умножаем на количество подъезда, на количество этажей. В общем, друзья, на сегодня пока что все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И на этом мой выпуск про мой город в Майнкрафте подходит к концу. Всем пока!